Тебе, Эллисон и Стайлзу, придется занять место ваших родителей. На вас троих останется след. Вы не сможете его увидеть, но будете чувствовать до конца ваших жизней. Это что-то вроде темноты, окутывающей сердце. Просыпайся, Стайлз! Проснись! Мне просто снятся кошмары, и мне снятся сны, от которых я просыпаюсь, только закричав. Да, я даже не уверен, на самом ли деле я проснулся. Я в порядке, просто заснул на секунду. Чувак, ты не спал. Похоже на то, что твое подсознание пытается с тобой общаться. Когда дверь не дверь. Когда она приоткрыта. Какого черта происходит? Бэрроу прятался в классе химии, где на доске кем-то было оставлено ему послание, чтобы он убил Киру. Кто ты? Я не понимаю. У всех это есть. Но никто не может это потерять. Что это, Стайлз? Я не знаю. Ты считаешь, что Стайлз, худой, беззащитный Стайлз, и есть на Гицуне? Мощный, темный дух? У всех это есть. Но никто не может это потерять. Что это? Ну так что это, Стайлз? I'm bigger than my body. I'm colder than this home. I'm meaner than my demon. I'm bigger than this world. Тебе пора научиться, Скотт. Пора научиться не доверять Лизе. Пусти меня. Так может это сообщение от Стайлза? Настоящего Стайлза? Это не послание от Стайлза. Это угроза от Нагицуне. Ты не мать. Отпусти ствол. Отпусти ствол. Стреляй! Стайлз? Серьезно, Мелисса? Это сработало? Я настоящий, но я это точно я? Это сработало! Значит, я это я? Скорее ты, чем Нагицуне. Я питаюсь чувствами. И я ненасытен.
Они идут убить тебя. Пожалуйста, не могли бы вы позвать Мелиссу Маккол? Что ж, видимо, придется искать самому. Я знаю, о чем вы думаете. Если все получится, я тоже могу погибнуть. Но даже если это случится, ты должен дойти до конца. Это моя игра. Хотите обыграть меня в моей же игре? Божественный ход. Божественный ход. Думаете, у вас остались ходы? Вы можете убить Они, но меня, мне тысяча лет! Вы не можете убить меня! Но мы можем изменить тебя!